Итак, всем здорово, народ, приветствую всех на канале Game Dreams. Мы продолжаем проходить игрушку Days Gone. Погнали. Так, почему на карте ничего не показывает мне? Сувенирная лавка должна тут где-то быть. Еще один трофей. Так, нужно лома набрать. Лом, хорошо.
пригодится. Все будет хорошо. Тебе здесь не выжить. Я знаю лагерь. Там безопасно. Что? Что? Лагерь? Есть лагерь? Какой лагерь? Где? Где? Покажи. Я пойду. Peaceful Lake. Марк Коупленд. Там безопасно. О, спасибо. Спасибо. Черт, я думал, у меня конец. Мне... Я бы сдох, понимаешь? Большое спасибо, Ени. Спасибо, спасибо. Да, скажи, это был Дикон Сент-Джон. Они меня знают. Смотри, чтобы тебя не заметили. Пригодится. Нет, снайпер. Как нарочно. Ах ты, козлина. Ну давай, иди сюда. Нашел путь. Он стоит на месте. Освободи его. Свобода! У нас... перезарядить. Вот так. Это снайпер где? Не меньше, да?
А, двигатель накрылся. Поехали. Да-да, пустите. Лиза, я... Уходи. Я тут принес. Красиво. Можно мне с тобой? Мне нужно в Мэрион Форкс. Слушай, я не могу. Слишком опасно. Все, мне пора. Нас тут рано поднимают на работу. Как дела у лучшего охотника за трофеями? Эй, Мёрсер. Как говорится, спаси мир, убей фрика. Пока что все. Эй, перебей их, Дик. Всех до одного. Черт, холодно. Пока все. Посмотрим, что есть из снаряжения. Давайте, ладно, заправим мотоцикл для начала. За байком своим пришел, да? Эй, Зенни. А, да ты его заездил. А топлива-то все меньше. Ну, ладно. Спасибо, что зашел. Скоро вернусь. Прогуляюсь. Дикон, как дела? Что? Привет.
Так, ну... Стингер. Сколько стоит? 1000. Пускай. Давай купим. Вот это стоящая вещь. Это 3000. С таким стволом страшно не будет. Коротыш. В принципе, у меня сейчас есть, но он у меня не мощный, купленный, а найденный. Мощь. Тебе понравится. Этот помощнее даже. Держи, как с завода. Особый глушитель. Вот, держи. Ну и патрончики. Винтовочные. Спасибо. Ладно, уже затарюсь по полной. Тебе еще что-нибудь нужно? Деньги есть, а все равно. Так, это выбрано. Пистолет. Это в смысле у меня пистолет такой? Коротыш. Ничего себе. Загляни, если что-то нужно будет. Ну, увидимся. Так, ладно. Чем могу помочь? Эй, Зенни. Ладно, я к вам заеду. Отбой. Thank you.
Эй, а ты не отвечаешь по рации? Да. Не знаю. Эй, стой, стой. Все нормально, нормально. Просто пытаюсь, короче, просохнуть. У тебя жар. Башка раскалывается. У тебя жар. Нет-нет, я просто устал. Короче, жди здесь, лежи, что-нибудь придумай. Да не нужна мне нянька, расслабься. Черт. Давай, давай, соображай, думай. Иди сюда, покажу тебе, что ты ищешь. Я уже нашел. Ну все, хватит, соберись. Я весь собран. Так, вот это называется лавандула ангустифолия. Лаванда? Ну, я еще плачу студенческий кредит, так что мне ближе латынь. Угу. А так лаванда. Ну, правильно, зря что ли бабло платила. Так, дай-ка мне руки. Значит, одной рукой берешься за цветок, а другой рукой за стебель. Ага. Да, вот так. А потом медленно тянешь. Ну, я умею грядки полоть. Извини, но это тебе не сорняк, тут надо лаской. Ну, тянуть-то можно. Да, но очень нежно. Ты готов? Ага. Давай. Вот так, отлично. Ага. Что-то воняет твоя лаванда. Так, ладно, ты подержи, а я еще соберу. Так, почему лаванда? У нас лаборатория на ушах стоит. Ребята вроде как нашли подвид с мутировавшими монотерпеноидами. Они производят измененный линолол, который... Это прям охренеть информативно. Спасибо, Эйнштейн. Извини. В ней есть вещество, из которого можно синтезировать лекарства для ожоговых больных. Там, откуда я родом, лечится только одной травой, которую надо курить. Бухарь знает одного парня, у него тут рядышком своя ферма. О, прекрасно. Бухаря упекут за решетку и тебя с ним заодно. А что вы еще делаете? Небось, всякое там химическое оружие? Нет, нет, нет. Ну, по крайней мере, не я. Да? В контракте прописано. Мои разработки не могут быть использованы в военных целях. Смотри, тут еще есть. Нет, стой. Да ладно, вода же теплая. Стой, да стой ты. Что такое? Да нет, я не про кофточку. Ну, в чем дело-то? Долгая история. Ну, ничего. Можем погулять. Я люблю гулять. Ну, расскажи мне про свои растения. Серьезно? Ну ладно. Например, вот это адвентивный вид. Ты ждешь вопроса. Несвойственный данной местности. За это скажи спасибо Огдену. Кому? О, черт, я спросил. Питер Скен Огден, первый исследователь этой части Орегона. Он и другие первооткрыватели всегда брали с собой в походы лекарственные травы. Некоторые они обронили, и теперь они растут здесь, в основном на берегах маленьких озер и прудов. Первый белый исследователь. Ого, надо же. Да ты борец за политкорректность. А ты напрасно ведешься на стереотипы о байкерах. Мы вообще душевные ребята. Ага. У нас в клубе есть несколько черных братьев. Ты знаешь, я здесь вообще цветных не видела с тех самых пор, как приехала в ваше райское захолустье. Да, Джек специально пригласил пару ребят из Сакраменто, просто чтобы постебаться над скинами. Да ладно. Шучу я. Джим мой старый приятель, я сам его принял в клуб. Мы с ним вместе служили. Загляни как-нибудь к нам в клабхаус, я вас познакомлю. Он тебе понравится, с юмором чувак и делает убойную маргариту. Мне в понедельник уже с утра надо быть в лаборатории. В 10 ровно мы уже будем в твоей постели. О, ну как тут можно отказать? Попробуй сам пособирать. Ты хочешь, чтобы я нарвал тебе лаванды? Ага. Принеси мне 3 штуки и смотри, не раздави. О, не, я точно раздавлю. Ну, хватит. Одна есть.
Поздравляю. Это она? Да, молодец. Последняя. Ага, неси сюда. Оу. Для тебя. Боже мой, не перевелись еще рыцари в Фервале. Ну, а чего рыцарей зря переводить? Эй, ну вот, помял. Ну что, мы хоть потом-то это скурим? Нет, мы потом это выпьем. Я делаю убойный травяной чай. Забористый? Так, короче, заходи ко мне в гости, я тебя угощу, если подбросишь до дома. Идет, договорились. Тебе точно понравится. Вот только пивка мне прихватим по дороге. Так, найти лаванду. Канистра. Вот так. Порядок. Чё? Только соображаю. Ты что-то сказал? Мне Сара тут кое-что показала пару лет назад, до того как... В общем, в этих местах растет цветок один, лаванда называется. Он бывает в тени, на берегах рек, озер, воды, короче. Попробуй найти. Я сейчас на что угодно соглашусь. Но нахер лаванду? Достань лучше что-нибудь покурить. Короче, я раздобуду эту хрень, приготовлю из нее мазь, и ты заткнешься, понял меня? Да, ладно. Извини, я просто потихоньку с ума схожу. Не волнуйся, Бухарь. Мы поедем на север, я тебе клянусь. Уже скоро. Слышишь? А, отбой. Операция включена. Я смастерил для тебя пару вещиц. Заскочишь? Стратегия борьбы с Ордой. Не стоит связываться с крупными ордами без подготовки. Лучше заранее накопите ресурсы и обзаведитесь подходящим оружием. Прежде чем нападать на такую Орду, изучите район ее обитания и обдумайте пути отхода. Ты молодчина. Да, было бы кстати. Отбой. Thank you.
Так, вон она, лаванда на берегу. Так, ну а что я могу быстро переместиться? Да? Эй, Бухарь, я... Да чтоб тебя! Тут такое дело, я вспомнил, как несколько лет назад мы с Сарой были у Барыкрик, собирали лаванду, и... Она научила меня делать мазь. Я сегодня выходил, ясно? Прошел по горе, проверил капканы. Рука, считай, как новая. Ладно, я просто оставлю это здесь и... Ты дай мне пару дней и двинем на север, как и хотели, отсюда нахер. Ага. Ну да. Это что? Дик, ты на связи? Да, я здесь. Что такое? На нас напали упокоители. Несколько десятков, а то и больше. Сраные упокоители. Та девчонка, за которую ты так переживал. Лиза, стой, погоди. Что случилось? Где Лиза? Ее забрали. Увели ее и еще троих. Элкай проследил за ними сколько мог. У них убежище в Белнап-Крейтер. Он вернулся, чтобы собрать отряд, но... Короче, слушай, я видел, что эти уроды делают с пленниками. Я ждать не буду. Так, ну что ж. На этом эта часть прохождения подошла к концу. Следующая, как обычно, будет очень скоро. Так что подписываемся на канал, чтобы ничего не пропустить. Дальше будет только интереснее. Ставьте лайки, народ, если вам не трудно. А у меня на этом все. Всем спасибо. Всем пока.